Чего? Я правда это вижу своими глазами? Обалдеть! Тревога! Скорее! Вы просто не представляете! Кто-то украл все мои подарки! Вот так вот. И еще кто-то украл целый один пиксель с алмазного блока. Найди, пожалуйста, пиксель, реально кто-то украл. Я не знаю, кто это. Давай, заработал. Лёнь, что-то мне подсказывает, что эта муха совсем уже крышей поехала. Просто нет слов. Реально, он заколебал. Лёнь, ну какой нафиг один пиксель? Мы серьезно должны пойти в Радужные Друзья, чтобы пиксель найти? Владус. Что тебе надо, Лёнь? Давай, говори быстрее. Чем скорее мы справимся, тем скорее мы отсюда свалим. Эти Радужные Друзья уже вообще неинтересные какие-то, согласись? Ну да, есть такое, Лёнь. Кажется, они теряют свой хайп. Ходи, что-то там подарки искать. Лёнь, давай, вот меньше слов, больше дела. Чем больше и скорее мы найдем подарки, тем лучше. У меня есть... Сюда. Что? Ладно, встал. Ну, говори, быстрее. У меня есть... Че ты? Молчи, Лёнь, ты либо шепотом говори, либо молчи. Совсем что ли вообще? А, что ты орёшь-то? Какие читы у тебя есть? Одну минуточку. Лёнь, ну какую минуточку? Лёнь, ну пойдем уже, пожалуйста. Ну, господи, ты достал... Это еще что такое? Ты что, выбросил волшебный костюм? Одевайся и читай. В смысле, погоди. Это и вправду костюм волшебника, Лёнь, ты что совсем? Книга знаний. Читай и скажи. Лёнь, ты дурак? Не буду я это говорить. Говори. Не буду я говорить, всё. Книгу я прочитал, Лёнь. Пошли скорее, я не понимаю, что... Абурабада-дура-буба-буба-кумба. Так? Не понял. Это еще... Что такое? Лёнь, погоди-ка. Ну-ка, стой. Лёнь. Кумба, блин, иди отсюда, это мой чит. В смысле твой чит, Лёнь? Эта линия куда-то нас ведет. Смотри. Обалдеть, Лёнь, ты был прав. Это заклинание сработало. И вот он, первый подарок. Обалдеть. А следующий. Давай, линия, продолжай. Вот дверь открыта, но... Стопэ. Кажется, эта линия что-то знает. Только вот заклинание, оно секунд 5 действует. В смысле секунд 5? Она что, исчезает? Нет, линия, стой. Нет, Лёнь, смотри, она куда-то идет еще дальше. Так, погоди, я не понимаю. Подожди, так этот подарок мы нашли? И он тут был еще один? Чего? А линия исчезла. Блин, она нам очень сильно помогла. Лёнь, может у тебя есть еще какой-нибудь секретный чит, а? Вот знаешь что, Владус? А пошел ты нафиг. Смысл, стой, Лёнь, ну прости, ладно, я был неправ. Этот чит действительно сработал, я просто не верил. Смеялся, значит ты надо мной. Вот и все, не буду. Только если будет 35 тысяч лайков, тогда скажу еще одно заклинание. 35 тысяч лайков, Лёнь, это слишком много. Я даже не уверен, сможем мы поставить или нет. Столько, ребят, поставьте лайк сейчас. Ладно. 40 тысяч и точка. Да какой 40 тысяч, это много! Ладно, и без твоих заклинаний дурацких. Прости, Лёнь, я случайно тебе дверью ударил. Я все сказал! Ладно, ребят, давайте постарайтесь поставить 40 тысяч лайков. Я думаю, вас это не затруднит. Лёнь, смотри, тут лежит тот самый алмаз, с которого... Господи, украли пиксель. Вот... Пиксель, я не понимаю, он реально дурак. Я на самом деле так бы не гулял тут. Потому что я еще ни одного монстра не видел. Кстати, да, Лёнь, а где, собственно, все монстры? О, нет. Лёня, быстро в коробку, скорее! Обалдеть! Чё, серьезно? Только Лёня сказал о монстрах, и тут сразу они, и сразу несколько. Лёнь, сиди тихо там, понял? Понял, Владус. Вот, все, спокойно. Есть у меня еще один чит. Лёнь, давай мы дождемся, пока Синий уйдет отсюда для начала. Чё он тут встал, как вкопанный? Давай, вали отсюда скорее! Давай, вали отсюда, Синий! Лёня! Тише, ты же не в коробке, это я в коробке, я могу так говорить, а ты не можешь. Так, ладно, говори, что за чит у тебя там был? Все, я в коробке. Да вылазь, Лёнь, он даже уже ушел практически, тихо. За мной. Ладно, за тобой, так за тобой, зараза ты такая шоколадная. Если вот твой чит не сработает, то все, тебе хана, понял? Иначе нас просто-напросто монстры сожрут. Давай, пошли. Короче, Владус, это очень сложный чит. И не всегда срабатывает. За мной. Нам надо сюда. Ну ладно, давай, показывай. Блин, ну какой еще сложный чит? Ну, Лёнь, ну что ты придумал-то? Смотри, тут есть куча подарков, а? Может, мы их соберем и все? Пофиг, пойдем. Так как, Лёнь? Да.
Ты чё по мне дверью-то ударил? Ты зараза такая, ну-ка стой, сейчас мечом по заднице получишь. Ну давай скорее, пожалуйста, ну нам нужно просто вернуть эти подарки и все. Мы уже нашли практически все. Пойдем, тихо, тихо. А ничего, что ты сейчас только что, ну... Тихо, тихо, пойдем. Да ты зараза такая, посмотри на него, вообще просто оборзел какой уже. Давай иди, ну. До него всегда сложно дозвониться. До кого дозвониться? Лень, подарок, вот, собирай подарки. Чё ты, что... Зачем ты поставил кучу телефонов? Лень, ты... Я ничего не понимаю. Кому ты собираешься звонить? Лень, ну может просто пойдем уже и все? Ну я знаю, где могут лежать остальные подарки. Лень, а? И последнее. Ты серьезно поставил тут линию электропередач, чтобы у нас связь ловила или что? Все, связь налажена. Можно звонить. Лень, ну что, дозвонился? Да. Да-да-да, полковник Андреевич. Ага. Соедините меня с генерал-лейтенантом Пинки. Дело очень важное. Что? Лень, какому еще Пинки ты звонишь? Я ничего не понимаю. Ладно, все, молчу. Тихо ты, тихо! Да ладно, Лень, ну давай уже, я же жду, ну как бы все нормально. Ну, блин, я ничего не понимаю. Пока Леня звонит, может ты попробуешь слово разгадать из этих букв? Напиши в комментариях, что за слово тут зашифровано. Я знаю, что у меня куча очень умных подписчиков, и они смогли бы разгадать это слово. Что такое? Зачем ты мне скинул этот берет? Лень, я не понимаю. Здравия желаю! Генерал-лейтенант Пинки! А, ладно, Леня, он на связи там, да? Да? Это Леонид Андреевич! Прошу вас выслать нам подмогу! Немедленно! Да ну тебя нафиг, дебил ты шоколадный, какому-то Пинки там звонит, я ничего не понимаю. Так, ладно, серьезно, я знаю, где могут лежать подарки. Лень, Ладус, я отойду, у меня бизнес. Какой бизнес? Понял. Удачи тебе в твоих бизнес-делах, бизнесмен, блин, дурацкий. Ладно, соберем этот подарок. Это я сейчас не понял. А, тут что, ничего нет? Ладно, это не важно. У меня есть практически все подарки. Если их отнести, я, в принципе, уже практически выиграл эту игру. Это еще что такое? Становись! Оп, есть, сэр, стоп, это ты, агент Пинки? Отчитаться! Кем являешься? Кто по званию? Кто такой? Так, ты, блин, курица лохматая, отстань от меня. Я тут задание, между прочим, выполняю. И на, забери, пожалуйста, вот этот мой головной убор. А я знаю, где подарки. Ну ладно, пока. Стой. Покажешь? Да. Чё, прям правда? Нет. В смысле? Ты что сказал, что покажешь? Да. Так давай. Давай за мной. Ладно. А нифига себе, а агент Пинки-то, оказывается, неплохой парень. Я ошибался по поводу тебя. Я думал, что ты реально какая-то странная просто лохматая курица. И все, прости. Все так поначалу думают. Ну да, наверное. Так чё, где там подарок-то? Мне осталось буквально последние пару подарков, и все, игра будет пройдена. Пинки, ты меня куда ведешь? Теперь нам туда. О, подожди, так, кажется, у меня был уже этот подарок, такое ощущение. Ладно, не было и не было. Слушай, ты вправду знаешь практически, где все подарки? Давай. Конечно, я же играю на Ананас Майне. Блин, зачем я это сказал? Там просто все морфы еще есть, радужные друзья и так далее. Блин. Я пошел. Ладно, иди. Кстати, Ананас Майн это как бы мой сервер. Айпишник вот, если что, прям надо мной. Ananasmine.ru. Ты можешь взять телефон, зайти на нем в Майнкрафт и поиграть на моем сервере. Там реально можно превратиться в радужных друзей. Не, ну агент Пинки мне помог реально классно. Нет. Стоп. Сейчас, секунду. Прячемся. Тихо. Обалдеть. Серьезно? А что, меня видно? Ты думаешь, я тупой? Ну, блин, синий. Прости, думал да. Вылазь со шкафчика, дебил! Зачем ты туда залез? А! Ой! Понял? Сейчас аккуратненько выходим. Он реально думает, что я в шкафу. Валим, бегом в театр. Скорее, мне нужно расставить все эти подарки. И игра будет закончена. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 подарков. Обалдеть, это было просто шикарно. Кстати, наверное, можно вылезать из коробки. А где Леня? 10 из 10. Ланас? Что, Лень, что происходит? Я нашел. Что ты нашел, Лень? Я все подарки нашел, все нормально. Вот. Алмаз. Точно, мы же не нашли алмазный пиксель. Ты зачем его сжег? Где Леня? Ты, зараза ты такая, получишь сейчас по башке. Так, господи, ребята, нас сейчас найдут радужные друзья. Я хочу, чтобы каждый из вас подписался на канал прямо сейчас. Мне нужно прятаться. Я сваливаю отсюда лично. Не знаю, как Леня, но получай. Зараза ты такая. Получил? Получил. Подпишись на канал прямо сейчас и посмотри предыдущее видео. Оно, если что, прямо у тебя на экране. А я прячусь в коробку. Нажимай, смотри и пока.